Оригинальная версия пьесы Брентона Томаса, написанная в конце 19 века, это большой спектакль в трех действиях. Александр Маськов сценарий сократил. Его постановка – это смесь оригинального произведения фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» и двух голливудских фильмов «Тетка Чарли». Авторская версия блестящей фарсовой пьесы «Легион» впервые представил в апреле 2014 года. Спектакль настолько успешно был принят зрителями, что его еще раз поставили на сцене ДКНПЗ в конце года. Давно очень не работали для взрослого зрителя. Мы полных полтора года играли исключительно детский репертуар. Это долго объяснять почему, но так получилось. И наш зритель взрослый очень давно и настойчиво требовал от нас что-нибудь показать. Вот это главная причина. Причина номер два, нельзя сказать, что она не главная. Это то, что мы в этом году должны подтвердить звание «Народный любительский коллектив». Когда, если не к Дню театра, к 1 апреля, а праздники стоят рядом, нам сыграть комедию, которая на ходу, которую мы хорошо сделали, которую зритель любит и на которую будет не стыдно пригласить комиссию из Гомеля. Вот эти две причины и подтолкнули нас на показ «Тетки Чарли». История о студенте Оксфорда, который вынужден изображать тетку своего друга, приехавшую из Бразилии, одна из лучших комедий мировой драматургии. Женскую роль в спектакле «Легионеров» принял на себя Виталий Богданик. К слову, это у него замечательно получается. Дебютанты премьерного показа Кира Борисенок и Денис Тесаков также на сцене. В строю и Олеся Коваль, которая присоединилась к ребятам на втором показе. Влилась сходу, можно сказать. Очень мне была поддержка, потому что я, собственно, влилась-то как раз в этот спектакль в прошлом году, сразу сходу. Вот, очень помогают. Ребята сразу такие дружелюбные были, очень, как будто бы, вот, не знаю, 100 лет с ними была знакома. По сути, никаких кардинальных изменений сценарий спектакля не претерпел, хотя автор вместе с режиссером Ириной Маськовой выслушал все рецензии своих поклонников, в том числе и критику. Поменялись, конечно, немножко отношения, поменялись мизансцены, немножечко добавляем темпоритма. Конечно, мы выслушали пожелания нашей публики и учли их, скажем так. Те, кто придут второй раз, не исключено, что увидят изменения. Те, кто придут в первый раз, будут, надеюсь, приятно удивлены. Говорят, хороший фильм можно пересматривать несколько раз. «Тетка Чарли» из Бразилии – спектакль из той же категории. Это доказывает аншлаг на двух предыдущих показах. Элегантную, с массой комических и курьезных ситуаций пьесу «Легион» представит 1 апреля в 19 часов в ДКНПЗ. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».